Всем привет, ребята, с вами снова я, Герман. Закрой рот. Что? Это у нас Фазмофобия. Да, мы играем сейчас в Фазмофобию. Это шикарная игрушка. Да, это шикарная... Стой, закрой рот. Это шикарная игрушка от моих любимых разработчиков, имена которых я, к сожалению, не знаю, но ничего страшного. Сегодня будем убегать от призраков и, естественно, узнавать, что это за призрак, чтобы получать бабло и так далее. Ладно, короче, ребята, мы просто спасаем людей от призраков. Мы просто приехали в Бишкек, чтобы помочь ребятам. Мы, конечно, навряд ли уже вернемся домой, но все-таки все ради вас. Так, сложность средняя... Не, на самом деле мы обманываем людей, никаких призраков не существует. Так, закрой рот. Все, давайте, короче, выберем какую-то страшную карту. Да, кстати, это Сэм, вы его знаете, а это Илья. Что? Не знаете. Что вы делаете? Он мне делает превьюхи. Илья, это Илья. Это космос-студия, ребята. Да, это космос-студия. У него наишикарнейший дизайн в мире. Он мне делает превьюхи. Нет, говно, ребята. Хорошо, какую карту выбираем? Такую лайтовую или страшную? Самую страшную. Да, давай Вилл, Танглвуд Дривер. Окей, я ставлю средний или профессионал? Средний, мы чего? Ну, хорошо. Стоп, а что мы покупаем? Что, у меня есть 38 баксов, что я могу купить? Дизайн в космос-студии, можешь заказать. Закрой рот. Зачем нам два термометра, блядь? Ой, блин, я там блин имел в виду. Так, вот мы в автобусе, вот мы выходим как раз таки, это наш новый дом, ребята, погнали воровать. Закрой рот, у меня тут сразу же чел 1,3 градуса. Многие из вас знают эту игру, это типа, что-то типа страшилки, короче. Тут надо распознать призрака, он на нас будет нападать, агриться и все такое. Смотрите, тут есть косточки Торетто. Что? Торетто? Да, Торетто? О, Майнкрафт. Молоток. Я играю в Майнкрафт. Ты в компьютер играешь или нет, что? Нет. Что ты там делаешь? Нет, я ничего не делаю. Что ты там делаешь? О, где ты? Чел. Где ты? Неси градусник в комнату. Тут 9,4. Слушай, тут довольно холодно. Минус 2,2. Все это тут, ребята, это все. Косточка тут еще. Сфоткайте. Косточка? Да. Сейчас фоткаю. А ну-ка, нормально все встаньте. Хорошо на фотографии. Давай селфи сделаем. Оп. Есть, о, все, спасибо. Вот, ребят, этот призрак отвечает только одиночкам. Значит, кому-то надо будет остаться. Я там останусь, это и так понятно. О-хо-хо! Догадайтесь, ребята, что у нас тут есть. Вы мне будете помогать? У нас тут доска Уиджи. Делай все сам. У нас доска Уиджи. Ставь зеленую. Да мне плевать, у нас нету ничего для того, чтобы для доски Уиджи. Так, все, сейчас, давайте на кровать. Вот, точнее, ребята, возвращаемся к работе. Ой, то есть, пожалуйста, извиняюсь. Не надо. Я тебе сейчас фоткаю. О-о-о! Все, давай. Ребята, он что-то написал в блокнот. Реально? А. Ну да. А, да. О боже, это Херобрайн. Погнали. How old are you? Сколько тебе лет? Сколько тебе лет? Короче, он сейчас должен что-то ответить. Сколько тебе лет, дурак? Стой. 3,5. 35. Ну-ка, конечно, старушка. Как тебя зовут? Как тебя зовут? What is your name? What is your name? Что? Ты рядом? Не знаю. Are you close? Знак, наверное. Ой, она что-то двигает. Да, она пишет. Да. О боже! How old are you? Сколько тебе лет? Ты здесь? Когда новый выпуск, Шигаши? Ты... Да закрой рот! Спроси, знает ли она лицо Димы. Пошли красть вещи из дома. Мама, а почему я нахожусь в чужом доме и спрашиваю, и говорю в какой-то радиоприемник, что это? Закрой рот, просто выполняй, хорошо? Карты Таро нашел? Нет, к сожалению. О, что происходит? А, что это? Атака. Ой-ой-ой-ой-ой, где фонарик, где? Да нет! Эй, да блин, шкаф заполнен! О боже! Меня убили. Ха-лох. Сейчас, секунду. Она сломала доску Уиджи, кто говорит? Ха-лол, я сфотографировал его. Стоп, атака продолжается? Да нет. Я был женщиной сегодня. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Нет, только не меня, я еще слишком молод, забери моих друзей, но не меня, прошу. Я вижу ее. Где она? Меня убили. А, лохи. Остался один. А, ты прям возле меня умер. Слышишь? А-а-а! Все, иди в фургон. Да все, я ухожу от вас. Нафиг это все дело. Кто это в итоге был? Я не знаю. Это может быть демон, это сейчас. Это тень. Ну я же говорил, ребята, это в смысле тень? Пошли в баскетбол играть. Стойте, а что это? Что? Тут какая... О, тут какая-то страшная карта. Я не знаю, хочу выбрать новое вот это место. Тут 69, кажется, комнат. Да ну, давай хотя бы тюрьму. О, посмотри. А ну, чел, тут несколько этажей они выглядят. Они настолько большие. Как твои дела? О, Майнкрафт. Что? Вы кто? Кто вы такой? Почему мы одинаково выглядим? Кто вы такой? Короче, вскоре мы реально осознали, что это была слишком огромная карта, и выбрали другую. Давай выберем вот этот, Вио Стрит. Вот этот. С чем нам 3 термометра? В смысле? Так, ребята, как вы видите, я вам сдаю свой дом в аренду. Добро пожаловать. Так, где тут кухня? Извините, а почему тут такой беспорядок? Да, это не важно.
грибы. Так вот, все, давайте пройдемте и включим электрический щиток. Он вроде бы должен быть в подвале. Простите, почему у вас 2 градуса дома? 2 градуса? Ты сейчас не закроешь свой рот, я тебя прибью тут же. Что? А, я говорю, вот тут щиток, добро пожаловать. А никто не брал вот этот вот ультрафиолетовый, да? А зачем нам ультрафиолет? Мы что, призраков ищем, что ли? А, блин, извините, пожалуйста. Вы же в моем доме, вы что? Ой, а что это такое? Что? Ой, да это извините, это не то, чем вы подумали. Это моя дочка игралась. Это моя дочка игралась. Ну, можете сфоткать там. Если ты тут еще раз что-то скажешь в мою сторону, ты не выживешь, понял? Что? О чем вы? Я говорю, добро пожаловать в мой дом, ребята. Извините, пожалуйста, я думал, это не ваш. Что? Что вы сделали? Ничего. Я буду воровать ваши вещи. Его зовут Тед Стивенс. А, так еще раз его имя? Тед Стивенс. Нажми на Джей, там написано Dead дело. Дело Тед Стивенс. Ой-ой-ой. О боже, у МП, МП3, так. Тед Стивенс, ты тут? Тед Стивенс, ты лох, ты дурак, ты гей. Тед Стивенс, мы... Подойдите, пожалуйста, к администратору. Тед Стивенс, к доске, быстро. О боже. Ответил. Что это было? Он ответил... Are you close? Он же сказал, что он близко. Ой-ой-ой. О боже. Боже мой, нет, нет, Тед Стивенс, за что? Тед Стивенс. Нет, сфотографируйте мой трупак, получим деньги за это. Ой, не обращайте внимания, то он просто лег спать, все в порядке. Мне кажется, нам стоит уходить. Нет, это мой дом. Мы тут, по крайней мере, пока ты не сдохнешь, мы не уйдем. Стоп! О, он сзади, он сзади! Он тебя убьет! Он меня убил. Ну я ухожу, ребята. Всем спасибо за просмотр. Новые лохи. Куда ты пошел? Куда то ты есть пошел? Ты просто уедешь, оставишь своих лучших друзей? Конечно. Всегда мечтал это сделать. Выбирай морой, просто рандом. Да, рандом. Я сейчас узнаю, кто это. Все, уезжаем отсюда. Все. Это морой. А кто думал над... Кто же говорил, что это морой? Я говорил, что это морой. Я говорил, что это морой, блин. На самом деле это я говорил. Все, надеюсь, вам это не понравилось. Ставьте дизлайки, всем удачи, всем не пока. Ладно, хорошо, там, так вот, стоп, что ты левитируешь? Во-первых, я заберу баскетбольные мячи, во-вторых, если вам понравилось это видео, ребята, то ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на Космо-студию, подписывайтесь на идиотские глаголы, подписывайтесь на всех абсолютно, понимаете, ребята, понимаете, все будет, вот ссылка в описании, абсолютно, я ухожу отсюда, всем пока. Мы твое сознание, мы не существуем. Что? Галлюцинации. Нееет!